школьный театр из Заречья «Сократ» из вида зрителей и членов жюри не теряется. Участие в фестивале «Взмах крыла» для коллектива уже традиция. Спектакль «Снежная королева» открыл 10-й открытый фестиваль «Взмах крыла». В прошлом году приезжали с спектаклем «Золушка», заняли 3-е место. Почему нас, можно сказать, даже тянет на этот конкурс? Потому что здесь очень атмосферно и по-домашнему. Впервые на одной сцене организаторы объединили сразу два события. Открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» и детский театральный конкурс «Наш дебют». Помимо основной программы со своими спектаклями выступят еще 14 детских коллективов. Сегодняшние дети в театральных студиях – это завтрашняя молодежь. Молодежь, которая может прийти и в наш театр в том числе. И нам хочется, чтобы они уже были воспитаны на хорошем вкусе, чтобы их воспитанием занимались не посторонние люди какие-то, да, а люди, которые что-то понимают в искусстве театра. Каждый день у актеров репетиции и показы, но и у членов жюри работы немало. Отсмотреть по 2-3 спектакля и выбрать лучшего из лучших. Наши члены жюри осматривают все работы онлайн, у нас работает онлайн-трансляция, и каждый день по несколько спектаклей они будут осматривать в прямом эфире. Конкурсанты борются не только за гран-при, но и, конечно, за признание зрителей. Поэтому им важно, чтобы места в зале не пустовали. Впрочем, посмотреть спектакли можно и онлайн в сообществе театрального центра «Жаворонки» ВК. Фестиваль «Взмах крыла» завершится 10 марта. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».